Я передаю с удовольствием со слова следующему спикеру Елене Кузиной. Елена как раз поделится с нами кейсом и аналитическими возможностями для управления процессом мерчендайзинга и другими процессами. Да, коллеги, добрый день. Вот как раз о чем мы здесь говорим, что нужно иметь в запасе очень много информации, в том числе аналитических данных для правильного формирования услуги и получения эффективности от этой услуги. Поделюсь с вами кейсом, ну, таким прорывным, так скажем. Да, вот он зачастую покажет, как правильная интерпретация внешних факторов, как взаимодействие с качественным поставщиком и вообще как скорость реакции влияет на получение максимального эффекта от продаж. Мы начали работать в категории слабый алкоголь и квас с производителем. И ну, такой средний партнер для нас, небольшое количество SKU. И тут в какой-то момент, когда произошли изменения в экономике, этот клиент просто пришел в торговую сеть, посмотрел на полку и понял, что вот здесь должна стоять его продукция. То есть вот в этот момент для него решилась его дальнейшая судьба по продвижению, по его позиционированию. То есть здесь он понял, куда он пойдет и что он хочет видеть в конечном итоге. Он пришел и сказал, что моя цель – это доля в категории 20%. А мы все понимаем, что да, там, в традиционной рознице у нас практически 60 тысяч торговых точек, и иметь долю в категории 20% – это ну, мощно, мощно. Но мы полностью партнера поддержали и пошли с ним в эту ну, такую серьезную коллаборацию, которая увенчалась успехом, в общем-то. Все началось с того, что было оперативно принято решение о запуске производства газированной воды. И началась большая проработка с ритейлом по поводу входа в торговые точки. То есть мы начинали с небольшой адресной программы, но увеличили ее буквально за полгода в 5 раз. То есть мы зашли в крупнейший ритейл федеральный и смогли продвинуться на полке и с партнером ну, как бы, значительно. При этом мы говорим про эффективность да, нашего подхода, и мы внедрили туда вот именно инновационный подход в части формирования, эффективного формирования адресной программы. То есть для того, чтобы покрыть весь ритейл, ну, как бы такой задачи изначально не стоит, да, мы выбираем точки, которые принесут максимальную эффективность. Мы ранжируем их, мы понимаем, где эффект влияния мерчендайзера может быть ну, достаточным, либо супермаксимальным. Мы понимаем, какие точки будут качать основные продажи, а какие мы пока оставим в покое, чтобы они просто наполнились товаром и продавали самостоятельно. То есть здесь мы сформировали эффективную адресную программу, набрали штат мерчей, которые пошли в точки, и за счет установки дополнительных, организации дополнительных мест продаж, за счет того, что мы устанавливали непрописанные ДМП, мы вышли на уровень, когда действительно, если мы посмотрим по регионам, мы достигли практически присутствия в 20%, да, того, чего ожидал наш партнер. И в четвертом квартале 2022 года мы уже получили тот видимый эффект. То есть вот за очень короткий промежуток времени, буквально 6 месяцев, мы увеличили адреску, наполнили все торговые точки и увидели уже эффект от мерчендайзинга. Поэтому вот как бы основные составляющие – это вовремя включиться в процесс, понять, что нужно, найти партнера, который тебе поможет, и ну, просто идти и покорять рынок, учитывая, что сейчас он ну, как бы очень сильно изменился. Полка сейчас выглядит совершенно иначе. Поэтому у всех есть шанс, и мы готовы в этом помогать.